Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать, как приготовить вот этот замечательный гриб. Это гриб называется эринг, вот, или степная вешенка, она же королевская вешенка, или степной белый гриб. Он даже немножко похож на настоящий белый гриб. Видите, форма такая. Так, как его приготовить? Очень легко. Его нужно нарезать на вот такие слайсы. Повара иногда называют на вот такие стейки. Да, мы можем назвать полоски, кусочки где-то от 5 до 7 миллиметров толщиной. Посмотрите, гриб очень плотный, вот он очень вкусный, но самое интересное это то, что его приготовить можно очень быстро. Его не надо долго отваривать, его не надо долго жарить, его достаточно приправить солью, перцем и обжарить на смеси растительного и сливочного масла. Где-то по 2-3 минуты с каждой стороны. Дать отдохнуть и, пожалуйста, пробуйте, кушайте. Эти грибы недавно появились у нас в магазинах, ну, сравнительно недавно. Поэтому, наверное, многие смотрят на них и, возможно, не знают, что с ними делать. Итак, солим. Дальше перчим. И разогреваем сковородку. Итак, как я уже сказал, жарить будем на смеси растительного и сливочного масла на среднем огне. Выкладываем грибы. Нижнюю сторону я приправил солью и перцем, а верхнюю сейчас посолю и поперчу. Как я уже сказал, грибы не нужно долго жарить или варить, или тушить, а достаточно просто обжарить до золотистой румяной корочки по 2-3 минуты с каждой стороны. Так, переворачиваем. Вот смотрите, такой красивый гриб должен получиться. Еще 3 минутки на второй стороне, и все, грибы готовы. Итак, друзья, прошло еще 3 минуты. Наш гриб готов. Осталось дать ему отдохнуть буквально 2-3 минуты. Да, он имеет очень плотную структуру, которая именно по структуре, не по вкусу, напоминает мясо. Его невозможно разломать вилкой, его нужно резать. К нему можно подать кусочек мяса, можно подать овощи, все что угодно. Можно съесть просто так. Спасибо, что посмотрели. Если видео нравится, ставьте лайк, делитесь видео, подписывайтесь, комментируйте. Спасибо, до новых встреч!